Всем привет! У нас сегодня суббота. Время уже 2 часа дня. Мы пришли на набережную. Смотрите, как красиво блестит сегодня море. Смотри, Алис, как будто бы серебристая. Водичка, народ отдыхает, солнце. Ну, по-прежнему прохладненький ветерок. Мы сейчас возьмем самокаты и поедем по набережной в сторону старого города. Ура, вот. В старый город поедем. Нет, просто прокатимся. Больше планов никаких нет. Никаких планов, никаких новостей у нас нет. Красота, да и только. Сегодня на Москву какой-то циклон там очередной надвигается со снегопадами. А у нас вот так. А, у нас новости, да. Кирюх, мы только что подстригли снова. Кирюх, покажи, пожалуйста, себя. Повернись ко мне. Сделали из него турецкого серкана. Быстро-быстро, 10 минут, наверное, их стригут его. У него волосы очень быстро отрастают, он густой такой. Жесткий волос. Подстригли мы его снова. Все, едем. Так, берем в двух разных приложениях, потому что не дает два самоката в одном приложении брать. Один зеленый, другой голубенький. У нас голубенькая, у нас красивая.
Ну что, 7 минут, и мы в конце набережной, возле лифта, который поднимает к отелю Риксос. Сейчас мы прогуляемся там наверху, там, наверное, потеплее. Конечно, надо было одеть капюшон и шапки, дует ветер. Сильно прохладненький. Все, пристегнули? Сколько мы денег заплатили за это? Так, ну сейчас скажу. У меня аж руки трясутся. Так, один есть. 30 лир? А, мы ехали, кстати, 13 минут, 14. А, ну это со всеми остановками. Ну, ничего да. себе, почти 15 минут? Ну да. Не, это мы долго пока, наверное, останавливались, брали камеру, одевали капюшоны, короче, два раза останавливались. В общем, 10 минут где-то мы ехали. 34 лиры, 129 рублей. Каждый самокат, то есть 250 рублей мы заплатили, чтобы проехать всю набережную в Анталии. Ну, при этом мы ехали по выделенной дорожке, никто к нам не выбегал, ни собаки, ни люди, ни дети. Мы ехали спокойно, вообще не переживая, что мы кого-нибудь собьем. Угу. Кайф? Поехали. Классно. Дальше. Ёсик, собачкин, собачкин грязный, бежит. Так, ну что, мы на лифте, похоже, поедем одни. Все желающие уехали перед нами. Птички так поют сегодня. Нет, кто-то идет сзади нас. Чёрт. Получается, это как метро считается, да, электричка, через проходную там отдельно платите. А вот трамвайные пути обычного трамвая, на котором мы сейчас планируем доехать до старого города. А на каком мы ехали вчера из парка. Он под землей, кстати, ехал в темноте достаточно долгое время. Ну, естественно, иноземный. Попал в ям. Нас тут котики окружили. Один серенький его гоняет, а другой взял, раскопал яму и какает, сидит. О, такой ты рыженький. Какой ты коричневый. Алиса, он в туннель пошел. К маме в туннель. Видишь, они какого цвета? Ага, голуби вон, невидимые. Слились с камнями. Ух ты ж. А летает как в колибри, так. Вперед лапами. Что-то едят. Что там? Они едят. Кошачий корм. Корм едят. Вы что, кошачий корм жрете? Совсем да. Что ли уже? А мы думаем, что тут коты голодные? Так, рассказываю вести с полей. Мы подождали трамвай, не дождались, решили, что нафиг нам это не надо. Пол четвертого время уже. Идем пешочком. Через мимо Риксоса поверху. Сейчас мы выйдем там в парк, который пирамида, и на нашу улицу. Там можно на автобусе доехать, можно дойти пешком. Выйдем почти напротив аттракционов. Я сядем где-то, поедим. Предлагал. Господи, ну что, все решили в туалет ходить? Собачка только что передо мной в туалет сходила. Колючая проволока вот вокруг Риксоса. Вдруг желающие окажутся здесь, перепрыгнуть через забор и в бассейн нырнуть. И снова я вас обманула, у нас планы поменялись. Мы спустились только что на лифте. Смотрите, какая очередь на подъем. Спустились мы возле Риксоса. Опять берем самокаты, едем
до ресторана Куту. Кутим там, едим, пьем. А дальше будет видно. Это нам. Приехали мы вот сюда. Куту называется заведение, ресторан. Можно сидеть на улице, можно внутри. И можно поесть нормальной еды. Такой, как салат Цезарь, суши, роллы. Борщ, наверное, не знаю. Короче, а какой-то... паста карбонара есть? Скорее всего, да. Короче, здесь обычная ресторанная еда. Посмотрим, что почем. Ризотто с курицей, Цезарь с курицей. And special mix oil. And bowl с креветками. Simple bowl. And special sauce for us. Да, гранатовый. Ух ты! Это какой-то грушевый. Чили, так, детей соя. Вкусный молочный коктейль. Да, Кирюш? Алис, как тебе, нравится? Ну, а нам приятного аппетита. Подожди. Спонсор нашего ужина папочка. Ага. Все, мы уходим. Время 6 часов. На улице уже никого нет, потому что очень холодно сидеть. Мы тоже пересели потом вовнутрь. Там было тепло. И детская комната. Дети бесились в детской комнате с русскими ребятками. Очень круто.